Здравствуйте, меня зовут Илхам, я из Узбекистана, с города Бекабада. Я нахожусь в Киргизистане. Значит, я что хочу сегодня сказать. Мы учимся здесь у наставника, у Саидмурада Давладова. Что мы сегодня поняли? Оказывается, единственный банк, которого никогда не обанкротится, это наш мозг, это наш ум. Просто надо учиться и все. Это самый выгодный для того, что вот самый выгодный, никогда не банкротится. У нас, знаете, самая большая проблема у предпринимателей, у бизнесменов, самая большая проблема, мы не планируем. Просто не планируем, тупо делаем. А у нас никогда не бывает время для планирования. Зато у нас всегда находим время для всегда вот многократного. Исправление. Вот думаем, не думаем, делаем, потом исправляем. Думаем, экономим, а потом 10 раз больше израсходуем, 100 раз больше израсходуем. Что я хочу вам предлагать? Уважаемые, просто учитесь. Это выгодно. Когда учитесь, ошибок минимально будет. Вот, не бывает большие проблемы, не бывает большие проекты, бывают маленькие люди. Вот это я хочу вам сказать, бывают маленькие люди. Для того, чтобы не ошибаться, учиться надо. Учитесь и практикуйте. Когда практика с учебом, вот так результат дает. Спасибо вам внимание, удачи вам всех.